заслуженного танцевального коллектива «Дюзова» Димитрогла Татьяна, а также кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, серебряный призер международных соревнований «Балканские игры» Туба Александр. В этом году выпускниками лицея становится 47 прекрасных юношей и девушек. Ребята, удачи вам! Предлагаю устроить соревнования на самых громких выпускников. Как вам такая идея? Молодцы! Друзья, их очень много, поэтому я думаю, их можно встретить как можно дольше, громче. 47 выпускников. Одно из самых больших количеств в этом году в Грузии. Настроя, сразу представляемся. Вы что-то хотите определенное сказать? Или вас помочь? Помочь. Хорошо. Вот вас 47. И как вы считаете, это много, мало? Что в этом сложного? Как не потеряться в этой толпе? Это отлично. Больше человек, больше умов в будущем.